дня. Ну, а теперь, как мы сказали, самая волнительная новость этой субботы. Так похожая на сцену из кинофильма «Мертвый сезон», но сегодня настоящий обмен на российско-эстонской границе. Туда, в сторону Таллина, передали схваченного с поличным на Псковщине и осужденного за шпионаж эстонца, эстона Кохвера. А здесь ждали человека с фамилией, наверное, не очень привычной для русского имени, уха, Дрессен. Но теперь эта фамилия точно войдет в анналы работы отечественных спецслужб. Так что это за, как мы сейчас увидим и вблизи, очень скромный, но совершенно героический человек, Алексей Дрессен, который, оказывается, проник в святая святых западных спецслужб и снабжал центр ценнейшей информации. Обо всем этом в специальном репортаже с российско-эстонской границы. Антон Алядовин. Российско-эстонская граница, пропускной пункт Куничина-гора. До прибытия кортежа считанные минуты. Все произойдет здесь. За шлагбаумом начинается уже нейтральная территория. Последние 30 метров пути Алексей Дрессен и Эстон Кохвер пройдут пешком. Операция может сорваться в любой момент. На случай непредвиденных ситуаций усиленные меры безопасности. Черные седаны с российской стороны, микроавтобус с эстонской блокируют мост. Дрессен и Кохвер в машинах. На переговоры выходят представители каждой из сторон. На лицах улыбка, в руках бумаги, документы, подтверждающие решение об обмене. Рукой проводят условную границу, где будут встречаться. Еще пару минут, и вот Кохвер достает из автобуса две огромных сумки. С собой все личные вещи. У Дрессена ничего. Их даже не держат за руки. До центра так и не дошли. Остановились чуть ближе к российской стороне. Когда Алексей встречает коллегу, тот даже не успевает пожать ему руку, бросается обнимать. Когда каждый уже почти на своей стороне, Эстон на прощание с улыбкой на лице кивает Дрессену. Алексей в ответ поднимает кулак. У него самого лицо оттаивает еще только метров через пять. Несколько шагов и дома. Перед камерой немного теряется. Ощущения? Ну, радостные. Сейчас облегчение или что? Вот просто внутри или еще, ну, еще нет уверенности? Нет, уже есть. Уже момент, когда... Встретились на мосту, то есть уже тогда появилось полное ощущение. Но до этого все равно еще так. Потому что все это длилось какое-то время, и я уже говорил, что напряжение какое-то ощущалось. То есть полное освобождение наступило все-таки в момент уже перехода. Последние несколько лет перед видеокамерой он появлялся разве что на допросах. Его держали в Тартурской тюрьме на востоке Эстонии. Дрессен попал туда после того, как в 2012-м его задержали в аэропорту Таллина. Он провожал жену Викторию в Москву. Эти кадры сняты агентами эстонских спецслужб. Вот Алексей на выходе из аэропорта. Еще ничего не подозревает. Один спереди, один сбоку. Агенты в штатском бросаются на Дрессена. Оператор, который до этого снимал из укрытия, спешит на задержание. Алексей Дрессен, вы задержаны. Да, да. Да, понимаю. По подозрению в госизмене. На закрытом суде Дрессену вынесли самый суровый приговор за госизмену за всю историю Эстонии. 16 лет лишения свободы. Дабы избежать заголовков, российский агент 20 лет водил за нос эстонские спецслужбы. Местной прессе о деятельности Дрессена не рассказывали. В полицию безопасности Эстонии, КАПО, аналог нашего ФСБ, Дрессен устроился в 93-м. Через 5 лет стал руководителем одного из отделов. В итоге добился того, что получил доступ к бумагам, которые могли читать в Эстонии всего 4-5 человек, включая президента. Годами Дрессен передавал в Москву информацию о том, как натовская разведка готовит операции против России с территории Эстонии. Секретные документы американского ЦРУ и британской разведки МИ-6, раскрытые Дрессеном, помогли нашим спецслужбам раскрыть агентурную сеть сразу в нескольких регионах России. Информацию в Москву передавала жена, за что получила условный срок. В Россию вырвалась только после того, как Алексей согласился признать вину. Конечно, я надеялась на помощь. Я знала, русские своих не бросают. После вынесения обвинительного приговора я наконец смогла выехать в Россию к родственникам. Они меня все ждали, волновались, конечно. Здесь со мной встретили представители российской контрразведки и обещали всячески способствовать тому, чтобы мой муж вышел гораздо раньше обвинительного срока. Обмен Дрессена начали готовить полтора месяца назад, после того, как 19 августа российский суд приговорил эстонского шпиона Эстона Кохвера к 15 годам. Он собирал секретную информацию о сотрудниках ФСБ на территории Псковской области. Реагируя на задержание, официальный Таллин тогда не пренебрегал ни пустыми обвинениями, ни ложными доводами. Он занимался специальными задачами, а именно пресечение контрабанды. Вот в этот день спецназ ФСБ
Его задержал. Чем на самом деле занимался эстонский агент, хорошо понятно из этого видео. Оно записано на скрытую камеру, которая висит на самом Кохвере. Позже наши службы изъяли запись. Говорят, что есть какие-то группы, я не знаю, разведгруппы, которые здесь где-то рассредоточены, типа следят за границей. Можем ли мы с тобой что-то тогда договориться в плане того, что вот в следующий раз ты мне скажешь, кто из пограничников, я не знаю, ты говоришь, оперативники, кто занимается вообще вопросами. Сюда вопрос, просто так ходить и коньяк пить. Вот я с пустым карманом, да, и до свидания, да? Но можно всегда его заполнить. А вот и следующая встреча. Человек в черной куртке и есть Кохвер. Эти кадры снимала уже камера, закрепленная на куртке его агента. В руках блокнот. Он переписывает фамилии сотрудников спецслужб. А вот и обещанное вознаграждение. 200, 300, 400. О том, что за Кохвером в этот момент следили, он даже не подозревал. Спецназ, зная о готовящейся встрече, устроил засаду. Кохвер пытался сбежать. Это первые секунды после задержания. Еще даже не отдышался. Если присмотреться, здесь даже виден пограничный столб. Вы задержаны Федеральной службой безопасности по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 270. Запад долгое время использовал дело Кохвера как инструмент политического давления на Россию. Евросоюз и США высказывались регулярно. От Москвы требовали освободить шпиона, от Таллина при этом ничего. Впрочем, благодаря сотрудникам российских спецслужб договориться удалось без посторонних. Дома и Дрессен, и Кохвер окажутся уже сегодня ночью. Антон Лядов, Виктор Приходько, Влад Фридолин и Денис Матвейчиков. Вести в субботу. Ну, довольно для наших зрителей помладше, наверное, стоит объяснить, что это за фильм «Мертвый сезон», который мы упомянули до этого. В этом фильме была классическая сцена обмена разведчиками. Любопытное совпадение состоит в том, что обоих участников обмена там сыграли актеры из Прибалтики. Правда, не из Эстонии, а из Литвы. Советского Донатаса Банионис, а западного Лаймана Снарейка. Глядя на эти кадры, тем более стоит еще раз процитировать сегодняшнего собеседника агентства ТАСС из российских спецслужб. Благодаря Алексею Дрессену были разоблачены агенты ряда иностранных разведок, действующих в России, пресечены попытки вербовки западными спецслужбами агентов из числа высокопоставленных российских чиновников, стали известны истинные заказчики многочисленных антироссийских акций в странах Балтии. Ну и вроде бы, времена сменились, нет больше идеологического противостояния, социализма, капитализма, а правила игры между Востоком и Западом остались, потому что национальные интересы никто не...